Невозможно выразить благодарность вот сотрудникам этого предприятия, в общем-то, тем, кто помогал деньгами этому фонду. Потому что реально у государства денег на ремонт всей техники, которую нужно сейчас провести, ну реально не хватает. Ни денег не хватает, ни мощностей для ремонта не хватает. Поэтому то, что здесь сделано, для нас просто супер важно. Вот по-другому. Нам ВТР еще чинить, не перечинить. Поэтому, то есть, у нас только в батальоне «Феникс» нам нужно еще 20 чем-то там БТРов починить, как бы. И... А с учетом того, что часть БТРов потом ломается на поле боя, их нужно чинить по новой. До цього дня вийшли майже 3 місяці. Відремонтували техніку добровольці з автотранспортного господарства, з інших підрозділів, відокремленого підрозділу «Южноукраїнська АЕС», з пожежної частини, військової частини 3044. І все це відбувалося у вільний від роботи час. Слово надається директору автотранспортного господарства, голові благодійного фонду «Миротворець» Торосяну Петру Яковичу. Эти люди работали день и ночь. И слава им, и большое спасибо. Еще хочу сказать спасибо и всем тем, кто принял материальное участие, кто по каких-то различных причинах не принял физическую часть, материальное участие в обеспечении этого ремонта. При помощи и руководства на Экономрата, и вашего коллектива, и Юрия Сергеевича Брюкова, которые помогли материально, мы сумели все с вашим трудом это сделать. И хочу, чтобы я, эти ребята, которые у нас с вами сегодня уедут, они, Николаю Азапов заведут на место дислокации на восток нашей страны, чтобы возвращались живыми, здоровыми, и чтобы ни единый БТР их не подвел. Спасибо вам. Я хочу сказать спасибо тем людям, коллективу. Коллективы уже дружно подходят, объясняют все, как, что по БТР, это мы не знаем. Ну, спасибо огромное вам за то, что вы делаете, за ваш вклад. Слово надається раднику президента, координатору групи «Крила Феникса» Бірюкову Юрію Сергійовичу. День добрый, так вот уж сложилось, что наша группа вот стала на стыке между военными, между другими коллегами-волонтерами. А тут в этих БТРах в нашей республике мало, это вам громадное спасибо за помощь нашим пацанам. Потому что в таком состоянии эти БТРы были, я-то видел своими глазами, это я их вытаскивал из Артемовска, большую часть из них. А это были действительно просто горы металла. Теперь благодаря вашему труду они будут защищать наших. Поэтому спасибо вам, Роман. Благословляється, освячується цей бронетранспортер благодаті Пресвятого Духа. Покровцем Господнім, Отця. Транспортер благодаті Пресвятого Духа. Покровцем Господнім, Отця.